Билан, блядь! Слушай меня внимательно! Я говорю вежливо и подбираю слова. Вчера в Питере на Roof Place ты насрал на все правила! И наш концерт отменяют! Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и к публике, в частности, к нашей. Уважаемая публика, следите, пожалуйста, за нашими постами и за моим эфиром сейчас в Авторадио. Мы будем пытаться перенести концерт либо сегодня в другое место, либо на другую дату. Билан! Это не очень было культурно! Слышь меня!